на YouTube мне задают вопросы. Что-то у вас съемки под Top Gear. У нас не под Top Gear, у нас покруче, чем под Top Gear. Точнее, вообще это не Top Gear. Да и передача не Top Gear, естественно. Вот, потому что в Top Gear же вам не расскажут, как не платить транспортный налог. А я расскажу сегодня. Но для начала познакомим вас с автомобилем Audi A8. Первая генерация которого была задумана в 1992 году. В свет же Audi A8 появилась в 1994 году, не помню на каком моторшоу. Вот. Чем особо интересна эта машина? Ну, естественно, это топовый сегмент Audi, поэтому говорить о том, чего здесь нет, не приходится. Если я буду перечислять то, что здесь есть, вам станет грустно, но кое-что объясню. Вот. Это автомобиль из категории вечмобиль. Знаете почему? Потому что он базируется на Volkswagen-овской платформе D и представляет собой пространственно-объемную раму из алюминия. То есть на этом автомобиле вы можете ездить вообще по всей нашей стране, в том числе и в Москве. Машина не сгниет, потому что гнить здесь нечему. Вот. Первоначально машина задумывалась под несколько двигателей: 2.7 бензиновый, 3.7 V6 и вот этот топовый 4.2. Двигатель 4.2 имел порядка 6 модификаций и различался, естественно, большими мощностями. И где-то в 98 году он, ну, скажем так, уступил место во флагманском ряду W12 6-литровому. Вот. Причем модификации были очень интересные, и, как правило, они поднимали крутящий момент и лошадиные силы. Этот автомобиль 98 года имеет базовые 296 лошадиных сил, облагаемых транспортным налогом. А тут самое интересное начинается. Как нам эксплуатировать такие автомобили? Да все очень просто. Дело в том, что транспортный налог закручивает человек, к выбору которого мы не имели никакого отношения. Я последний раз выбирал Петра Ивановича Сумина. И вот когда Петр Иванович был жив, вы знаете, что о покойниках лучше, а о таком-то еще лучше. Так вот, за Mercedes 600 я платил 19 тысяч рублей. То чудо, которое сейчас у власти, закрутило. А вот теперь другой вопрос. Дядя Володя Путин в свое время сказал, что, вы, ребят, вы сами как-то на местах думайте, как вы там будете измываться на собственным населением. Вот, к примеру, Рамзан Кадыров, кстати, вообще не облагает транспортным налогом своих автомобилистов. И там спокойненько все катаются на V12 Porsche Cayenne за 9 тысяч рублей в год. Ну, что бы не ездить, джиги там, да? Вот. Кроме всего прочего, когда дяде Володе задали вопрос, а как же, если мы хотим, ну, коллекцию содержать или иметь выходную машину, он говорит, ну как, ну вы же можете на учет не ставить. И поэтому, заплатив транспортный налог за свою тещу, у меня V12 на ней стоял, я снял свои замечательные номера H600 ER, HER 600, в смысле господин 600, и сейчас езжу на транзитах. Учитывая лояльное отношение Магнитогорска к милиции, к тем товарищам, которые правила не нарушают, в принципе, на транзитах можно ездить и всю оставшуюся жизнь. Вот. Самый простой способ на этом автомобиле, ну или на другом, который умеет ездить, действительно, эта машина умеет ездить, съездить, к примеру, в Сочи или куда подальше. Я вам сейчас намек такой маленький дам, вы же не все идиоты, правильно? Это вот в Москве там все на Болотную ходят, а мы хитрые, понимаете? Мы уральцы. Мы же можем голову включить. Так вот, перед командировкой, перед поездкой поставили на учет, сразу же после поездки сняли с учета. И дальше уже налоговой инспекции объясняете, что если вы, ну, как бы, нам что-то там впаяли, то вот, пожалуйста, транспортный налог разделите, пожалуйста, вот на те там две недельки, и тогда будет все в порядке. А в городе, ребят, перемещаться на больших объемах, на больших лошадиных силах, вы знаете, конечно, можно, но не рекомендую я вам это делать, потому что в городе в большом количестве существуют автостранные товарищи и автостранные леди. Так вот, автостранные товарищи не смотрят вперед. А я вам скажу, что при нормальном зрении красный сигнал светофора я увижу, ну, наверное, за 1,5 километра. Вот. А девушки, которые там на Матизах, там, да на всяких там этих, блин, Ярисах,
Вот, пытаются, блин, раздвинуть дорогу девушки. Раздвигается вообще одно место различным калибром. А дорога, она не раздвигается, поэтому поаккуратнее, собственно говоря. Что касается цены данного автомобиля. Вот сейчас падайте просто. Машина за 400 тысяч рублей предлагается вам в полнейшей комплектации. Электрошторки, даже солнечная панель есть. То есть, представляете, машина может стоять на улице и заряжаться. Вот, все пироги, там, ЕБС, АБД, там, все это есть. В наличии присутствует, так же, как и фабричный ксено, так же, как и кожаный салон, так же, как и трансформируемые сиденья, так же, как и шторки на задних дверях, и задняя, вон, тоже шторка присутствует. Вот, естественно, пятиступенчатый автомат, ну, хотите, потыкайте, поэкспериментируйте, погазуйте, не буду газовать. Плюс 9,5 на улице, Максим замерзнет. В общем, покупаете за 400 тысяч автомобиль, который прослужит вам очень долго. Вот, не заморачивайтесь ни в чем. Если что-то не успели посмотреть, добро пожаловать обратно на YouTube, а я по рейтингу посмотрю, сколько у нас умных людей в стране осталось. А то, вы знаете, звонят. Я каждому втираю, что V12 это тоже ништяк. Ну и 4.2, V8 тоже.